Снимать 3D будут чаще. А все потому, что компания Panasonic представила первую в мире портативную профессиональную видеокамеру, которая способна снимать стерео-видео. Внешне отличается камера от обычной тем, что у 3D-камеры два объектива. На корпусе есть два слота для карт памяти, а заряд батареи хватает на 180 минут видео. Камера также записывает объемный звук. Если раньше для корректировки смещения видео, которое приводило к 3D-эффекту, необходима была компьютерная обработка, то новая видеокамера напрямую обеспечивает запись трехмерного изображения. Стоимость такого устройства – 21 тысяча долларов. И вновь 3D. На этот раз порадоваться новинки смогут казахстанцы. Компания LG объявила о начале продаж первых в Казахстане 3D-телевизоров. В телевизорах используются технологии трехмерного обзора, такие как стереоскопическое восприятие картинки, мультиформат и 3D-дисплей, способный проецировать телевизионные программы в реалистичном трехмерном режиме. Вслед за телевизорами и прочими 3D-новинками свет увидели стерео-веб-камеры. Например, Minoru 3D. Новинка может делать стереоснимки и вещать в обычном формате.